Доброе утро, Полтава! Мы начинаем свое доброе утро. Ирочка, наш главный спонсор. Как солодки ковуны полтавщины. Звичайно. Ира, главный спонсор, главный поставщик всей Полтавы. А я свиночком арбузов. Теперь. На порезке у нас сегодня пекельный повар провинции. Самый лучший, наверное, повар Полтавской области. Не будем преувеличивать. По крайней мере, самый известный. Самый известный, да. Тимофей Гаевой. Но повар он по совместительству. На самом деле он депутат городского совета. И круглосуточно с всей семьей делает эту свою работу. У нас есть уже первые гости. Отче, можно вас на секунду? Или как вам обращаться? Вы не в рясе? Да ну как хотите. Пожелайте доброе утро полтавчанам. Доброе утро, Полтава. Желаю всем, чтобы ели вкусные арбузы, никто ими не травился. Кушайте, угощайтесь.